Из-за аномальных снегопадов страдает не только Владимир. На плохую уборку снега жалуются жители и других городов. Взять хотя бы Вязники. Как автомобилист, я также автомобилист, каждый раз зиму ждешь, вот я третий год живу в городе Вязники, просто с содроганием сердца ждешь зиму. Вчера я застряла в своем городе в центре 3 раза. На своем автомобиле у меня уже совковая лопата не вытаскивает. Ливон Бабаян, общественник из Коврова, на фотографиях показал, как убирают снег на второстепенных улицах города. В некоторых случаях дорожные службы просто расфасовывают его по ближайшим закоулкам. Ну, опять же, это жители убирать будут. Ни ДСУ, ни администрация. Потому что ни администрация не хочет за это отвечать. Хоть он и обещал, что будут контролировать. Общее настроение выразил юрист из Вязников. Почему все-таки чиновников не смещают с их должностей, если столько нареканий? Один раз не так выполняет, 2 раза. Прокуратура пишет определенное количество представлений, и дальше этот человек должен покидать должность. На практике это не так. Взять хотя бы Владимир. Прокуратура уже вынесла больше 20 предписаний за наличие на дорогах наледи, заужение проезжей части с угробами, непроведение расчистки остановок. Администрация города даже не извинилась. А депутаты горсовета на закрытом комитете, похоже, переживали только за свою репутацию. Получается, что мы сейчас, извините, граждан своих не уважаем и город свой не любим. А депутаты как бы служат громотворцем таким. Во Владимире виновным за плохую уборку снега, скорее всего, сделают директора Центра управления городскими дорогами. На него уже открыто административное дело. По нему Руслану Юсупову грозит штраф до 30 тысяч рублей. Ну что такое вот сейчас наказать вот этого бедного, да, вот руководителя Центра управления городскими дорогами? Отвечает глава администрации за всю организацию. Еще одну мысль выразил председатель общественной организации «Народный патруль» из Александрова. Нужно проводить точечный контроль за подрядчиками или иными работниками, которых нанимают на уборку снега, и подписывать акты выполненных работ на месте проведения работ. И только в том случае, если они действительно выполнены. Нужно включение нас, как общественных, в общественные комиссии, которые принимают эти работы, актируют их и говорят: ребята, сколько у вас там, вы не сделаете работы, значит, минус денежки, и бюджет экономит деньги. То есть, еще раз повторю, нам нужно обходить комиссии, кровь из носа. Григорий Кошкин, Надежда Ибрагимова, 6-й канал.